Нет, Гарик, зеленый пиджак тебе не идет. Лучше синий. О, спелись. Сначала позитивный чувак на Ютубе меня за пиджак шморил, а теперь ты... У тебя есть время читать Ютуб? И не сомневайся. Так и передай Максу Тюрикову с Ютуба. Он тоже интересовался. Ага, гляжу, кто-то на выборы собрался. Явку повышать? Это капец, друзья! Да что вы все заладили? Явка! Явка! Точняк! Я понимаю явку с повинной. Она срок уменьшает. А эта явка срок только увеличивает. У определенного человека. Активная, думающая о будущем часть населения обязательно ходит на выборы. Причем же в другой стране. Лучше просто из домов всех повыгонять. Сказать, что тревога. Какая? За судьбу страны и вперед с песней! Эй, пора. Подъем. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-дай. Эй, слезай с кровати, долг пора отдать. Отдавать-то долг гражданский свой. Вы избирательный участок мухой прилетатое. Шевеличо булками не столай. Раз, продам клубнику и давай приветос. Ожидаю этой фишки я 6 летос. Приходи в тебя, я верю, мой мучачо. Оу, yeah. Стоп, хватит выбирать опять бандитос. Голосуйте вы хоть за кого хотитос. Очевидно, кто тут самый четкий мачо. Да, иди ты выбирать себе сеньора, сеньориту. Пусть увидят те, кто будет наблюдантос. Что в России все законы соблюдантос. Да, иди ты на тусовку политической элито. Демократос тот, кто дома не сидитос. Пусть тебя не остановят паразитос. Выбор, 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 выбор. Будет очень плохо, если не придут то. Словно лоха разведут то. У коварных Украины энпиндосов. И в хоккее обыграют нас монголы и евреи. Лишь на улице нагнут то. Подкрадут нас злые геи. А ты не лох, не дилетанта. Приди голосованта. В графу какую надо, ты крестик рисованта. Умереть не встать, какой торжественный моменто. На кухне не сиди, поверь, не будь индиференто. Мозг напряги, кому-то мой управлянто. А не придешь, я черт с тобой наплеванто. Да, иди ты. Все без явки состоится шито-крыто. Все и так уже заранее решанто. Нафиганто нам твое голосованто. Да, иди ты. Ты нам нужен, как собаки паразито. Это просто шоу-праздник всенародный. Вот и все, пришли, спасибо, все свободны. Супер, 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 супер. Не понимаю, зачем вообще властям, чтобы все на выборы пошли? Может, у них негласный договор с домушниками на этот день? Это все шутки. А вот ты, скажи мне, Вероника. Чего? Почему Путин так хочет, чтобы явка была высокой? Для ребят из конторы нет слов страшнее, чем явка провалена. Ну и дубак. Слышь, Вероника, чё там по поводу конфликта «Газпрома» с «Нафтогазом», а? Как утверждают мои источники, «Газпром» хотел надуть Украину через газопровод, как жабу через соломинку. Да не вышло. Это как посмотреть. Теперь у Украины не газопровод, а пустопровод. Вот.
Дело было вечером. Делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак и сказал ребятам Вова просто так: а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас наоборот, вот. Эта тема всем важна, это да. Всех и важнее не лицемерьте, мама Меркель, уж поверьте. Папа Трамп с океаном шлет приказы разным странам. Я здесь выхода не вижу, но коль нужно, я вам сжижу. Запихаю в танкера, налетайте, детвора. У любого американца есть в кармане газ из сланца. Нам не нужен ихний газ, это раз. Переходим на дрова, это два. Не хотим ваш газ вонючий. Ни транзитить, ни купить. Деньги есть на этот случай. Будем бабками топить. Ну, помиритесь, Вова, с Петей. Дайте газа им чуток. А не то вам будет Туля, а не Северный поток. Спорят яростно ребята. Невозможно их унять. Лишь Сережа еле слышно, как всегда. Дебилы, вы 2 года газ качали поперек моей страны? Может, вы не замечали, но вы гроши мне должны. Мы должны тебе за газ? Вот тебе раз. Отключай газопровод. Вот. Газ вонял, маразм крепчал, Нафтогаз права качал. Газовым диспетчерам делать стало нечего. Четыре, так пять, шесть. Сева, ты чего? Огород размечаешь? Бомбоубежище. Ты слышал, Гарик, какой капец Путин федеральному собранию рассказал? А что такого? Ну, выступил с угрожающими мирными инициативами. Ага, расходы на медицину, образование, как всегда, конечно же... снизят. И правильно. Нахрена людей учить и лечить, если все равно всем крышка? Ничего вы не понимаете. Путинские выступления – это просто искусство важнейшее из всех. В смысле кино. Давным-давно в одной недалекой галактике полностью провалилась программа развития малых планет и рухнула программа строительства асфальтовых дорог в межзвездном пространстве. Началась холодная война и несколько горячих. Население массово голосует за избрание императора на 4-й пожизненный срок, а малочисленные повстанцы попрятались в тюрьмах. Лорд Вейдер еще не отошел от простуды. Чертов ингалятор. Мы построим новое вундерваффе. Гиперсветовую звезду смерти. Война, мой лорд! Мы не хотим ни на кого нападать. Мы хотим мирно сосуществовать со всей обхезавшейся со страха вселенной. Да пребудет с вами сила, чхи. И вам не хворать. Да пребудет и у нас с вами... В этом сезоне продолжение осточертевшей саги. Республика в опасности! Yes, принцесса! Мы должны противопоставить звезде смерти свою звезду! Звезду жизни, звезду добра и мира, которая уничтожит империю и убьет всех ее жителей до смерти! С вами хочет поговорить предводитель темного воинства, граф Шойгу. Проходите на темную сторону силы! Здрасте! А мы на какой стороне? Этой весной отсудите страшную силу мультиков! Я подписался на это только ради тебя. Ну и бабла, конечно. Ты ведь не злишься на меня, Чула. Ты не можешь простить мне ту макаку с Татуина? Брось, Чува! Лазерный щит! Ты видишь это, Чува? Империя блефует! У них ничего нет! Да все не так просто. Хан
Мы должны уничтожить звезду смерти! Принцесса, это невозможно! Во-первых, ее нет! Во-вторых, не будет ремейка! А в-третьих, мы можем поставить в противовес 400 боевых слонов, которыми окружим империю со всех сторон! А Конгресс одобрит? 100%! Это же бабло! Кто победит в поединке двух темных сторон? За право стать еще темнее! Ты первый начал. Ложь! Ты первый! Мой лазерный меч длиннее. Сид, у меня длиннее! На-на! Это не все. Я твой отец! На! Я старше, мать твою! Я твой отец! На-на-на! Будет ли у галактики новый шанс? Или он ей дахрен не нужен? Ух ты, батюшки. Круто. А я про такую байду в послании не догадался сказать. And вот таких боевых слонов у нас будет 400. Мы тоже что-нибудь замутим, похожее в ответ. Не торопись, мой юный плутован. Что будет в финале, вы узнаете, посмотрев весь фильм. Если доживете до финала. Вот такое кино. А вам весело, да? Вот как полетят на вас русские ракеты с этой... с непредсказуемой траекторией. Да, в принципе, все ракеты с непредсказуемой траекторией. Любой старт – лотерея. Но если все эти грандиозные планы насчет оружия в России будет воплощать Рогозин, то у мира есть шанс. Вот, оптимистично отмонетизировала. Угу.